Раз, два, три. Держи! Да, что-то скучно. Можно мультики мне посмотреть. А это что еще за певица? Да, лето прошло, а ты мне еще масло в вагоне льешь. Так, Тима, Маша, Тима, Тима. О, Тима, не поняла, что грустный такой. Да, лето прошло, а памяти совсем не осталось. Говоришь, памяти не осталось о лете? Ну, давай я тебе ее освежу. Угу. Вспоминай, в Турции этим летом был? Был. А на супертарзанке выше чертового колеса над самим отелем кто летел как чайка? Я. Челлендж Бейблейд на море кто устраивал с девчонками? Я. Челлендж продолжается! Но теперь на маленькой арене мы будем играть большими. Знаем. 3, 2, 1. Ого, места им мало, как они дерутся, а? Тима! Тима! Будет выполнять сейчас наше желание. Чтоб Тима наполз на пузе и говорил: я маленькая гусеничка. Ну, давай попробуем. Дальше вспоминать. Этим летом на рыбалку кто ходил? Мы ходили, мы еще много рыб наловили. Давай. Два. О, у нас один. У Тимы один, а у девчонок два. Давайте свой улов высыпайте. Да, но у меня от этого лета ничего не осталось в подарок. Ты хочешь какой-то подарок от этого лета? Ну что ж, пусть это лето для тебя закончится чудом. Раз, два, три. Держи! Так ведь это Genius! Вот это чудо-подарок! Пошли скорее распаковывать! Я сейчас принесу арену! Давайте распаковывать! Мне уже не терпится! Там в энергетическом диске есть какой-то трюк! Да-да, Тимофей, давай распаковывай! И сейчас мы будем смотреть, что же там за Genius такой! Да, шикарный бей. Genius типа защиты. А владелец Genius'а Джошуа Бернс. Очень элегантный молодой человек. Настоящий голливудский актер. Основной трюк в его энергетическом диске. У него поднимаются лезвия. Да, смотри, так классно. Ну давай попробуем. Смотрите, видно или нет здесь на камеру? То есть, когда он раскручивается, лезвия могут трансформироваться, подниматься и опускаться. Видите? Шикарно, правда? А энергетический диск у него под номером 5. Тоже смотри, какие у него крылья такие острые здесь. И вот такая дисковая рамка беленького цвета. А еще у него интересный драйвер. Да, он какой-то такой необычной формы. Посмотри, как будто сюда прикрепили какую-то чашечку, перевернули ее и прикрепили, видишь?
И знаешь, вот эта вот чашечка перевернутая, так ее назовем, она выступает в качестве тормоза и помогает стабилизировать движение бейблейду при наклоне. Допустим, он крутится, да, наклонился, раз, она притормозила и опять стабилизировала его движение. Так что вот такой он классный. Сейчас я соберу нашего Джиниуса. А с кем же мы его будем сражать? Гнальтом и Вайвроном. Ну что ж, давай нам скорее арену и будем сражаться. Ты кем, кстати, будешь сражаться? Джиниусом. Хорошо, тогда я Гнальтом и Вайвроном. Давай. Раунд первый. 3, 2, 1. Какие красавчики. А посмотрите, у Джиниуса видно, что опустился нижний слой энергетического диска. Интересно, кто ж кого? Ну, Вайврон, не подведи. Ого! Ха-ха, моя победа! Раунд второй. 3, 2, 1. Вперед! Я верю в Вайврона. Смотри, какие красавчики. Осторожно делают атаки. Прям идут рядышком. Остановиться и использовать на круг. Ха-ха-ха, я знала. Я второй раз победила. Раунд третий. 3, 2, 1. Вперед. Вайврон все равно лучше. Посмотрим. Вот как он, видишь, наклоняется. И сейчас смотри, остановится раньше Вайврона. 100%. А, видишь, все равно Вайврон победил. Почему так? А хочешь, давай я теперь Джиниусом, а ты Когнайтом. Давай. Когнайт против Джиниуса. Раунд первый. 3, 2, 1. Вперед! Классно они идут, конечно. Кто же сильнее? Джиниус или Когнайт? Как-то Когнайт отбивает атаки Джиниуса. Давай, давай, давай. Все равно Джиниус проиграл. Что ж не так? Ну что ж, сейчас будет второй раунд. Раунд второй. 3, 2, 1. Вперед! Очень хорошо идут. Кто же кого? Я не знаю. Джиниус, мне кажется, такой должен быть устойчивый. И он сдается раньше времени. Нет, в этот раз Когнайт сдался. Тогда сейчас уже 1-1. Раунд третий. 3, 2, 1. Вперед! О, Когнайт погнался. 3. Джиниус потихоньку хочет вытолкнуть его из центра арены. Смотри. Сейчас тоже кого? Когнайт. Юху! Мой Джиниус опять победил. Уже мой, кстати. Значит так, 2-1. Раунд четвертый. 3, 2, 1. Вперед! Тоже кого? Смотрим, смотрим, смотрим. Смотри, Когнайт опять виляет. Я выиграла, мне так кажется. Да, я выиграла. Видишь, Джиниус все-таки победил Когнайта. Ты провел лето? Напиши мне в комментариях. Подписывайтесь на канал Team Vintage. Пока-пока.